Всем привет, мои хорошие. Собираюсь. Ну, я спросила Виталика, ты хочешь, чтобы я с тобой поехала? А, Томми, мой любимый крем вокруг глаз. Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой на экзамен? Он такой, а ты? Я говорю, не надо меня спрашивать, я знаю, что я хочу. Я говорю, просто как тебе лучше? Он такой, ну, я бы хотела. Я такая, ну, все. Все, я собираюсь. Хотя я уже все сдала, мне не нужно присутствовать в этой школе. Но как бы я, чтобы мужа поддержать, еду. Вот. Тем более, что все равно я не смогу. Виталик уедет на машине. И я все равно не смогу его забрать из школы, если он будет запаздывать. Потому что машина-то у него. А идти туда пешком, это вообще... Ну, это мучение. Для ребенка будет обратно возвращаться вдоль дороги, там идти минимум час, наверное, если... Ну, 45... Нет, больше, наверное. Потому что ехать иногда 10, иногда... Ну, в основном 10 минут, зависит от трафика. Конечно, когда ты идешь пешком, там нет трафика. Но, в общем, в любом случае, это, наверное, тяжело будет для ребенка. Короче, ой, вот вообще капелюху надо всем... Я сейчас это самое надеваю шорты и в шоке. Я же зиму-то не носила. Вы посмотрите вообще, вы посмотрите, насколько. Вам видно? Вот у меня где. Вы посмотрите, насколько. То есть я реально, сейчас я вот так сделаю футболочку. Я реально их, вот они застегнуты, могу снять. Вот. Не расстегивая. Вот это я схуднула. И что мне теперь носить? Они с меня свалятся, я не смогу в них этих парашютах-то ходить. Сейчас это действительно как парашюты для меня. Видите? Видите? По этим, как на весы стою. Ну и вроде не меняется ничего особо, не меняется. 125, 125 у меня. Один раз было 124. Ну, короче, это в паундах, я вам говорю. Не в килограммах. А то у меня подружки тут испугались. Я выложила сторис вес. И там написано, там 120 с чем-то. Я потом подписала, говорю, не пугайтесь, это не в килограммах. Фух, Лена, ну, неужели Лена 125 килограмм? Короче, это в паундах, а в килограммах 56. Да, где-то 55-56 я сейчас вернулась в свой, мой, прямо вот мой вес. Ну, когда я была совсем молода, это было слишком, там, 52 килограмма, это очень, ну, куда? 56, 55-56 я сейчас. И говорю, ничего особо на весах не меняется, а одежда-то, посмотрите, по одежде надо смотреть, потому что жир, когда тает, то он же легкий, на весах он не сильно отражается. Надо искать что другое надеть. Вообще надо гардероб теперь менять. В шоке. В платьишко. Может, платье надеть? Все-таки у Виталика экзамен. Не знаю, куда вас поставить. Сюда, что ли? Что надеть-то? Таких вот в пляжных шортах не хочу пойти. Не хочу это думать. Это для пляжа у меня. Ну, таких, знаете, они короткие. Эти-то вот, ну, такие как бермуды, это нормально. Но они мне велики. Что мне надеть теперь? Джинсы опять. Джинсы тоже велики, но хоть они с меня не сваливаются, я их подтягиваю постоянно. Вот. И они так свободно на мне, хорошо смотрятся, потому что это джинсы. А в джинсах жарко, сегодня 28 градусов, представьте. А может мне юбочку надеть вот такую, а? Смотрите, какая у меня юбочка есть. Надену-ка я, наверное, юбочку. Еще я пойду в джинсах париться, правда? Только с юбочкой нужно к ней кофточку определенную подобрать. Сейчас я надену, и мы с вами посмотрим, подходит. Наверное, вот это, что на мне сейчас блестящее, вообще не подойдет, да?
Что эти... Так, эти шорты я убираю тогда. Бермуды свои кому-нибудь отдать. Они хорошие, они хлопковые. Фирма Talbots. Это шестерка. Мне уже, посмотрите, как шестерка велика. Это размер 6. Вот. А так-то у меня всегда был четвертый размер. 2, 4. Ну, 4 больше, не 2. 2 давно, говорю, был. Вот, значит, у меня снова сейчас четвертый размер. Ну, четверка это где-то 42-44. 44 ближе. Вот. Так что... Лена вернулась. Вот эта юбка у меня была впритык, передавливала все мои жиры, и они у меня выплывали сверху. Сейчас легко застегиваются, как хорошо. Хотя я вчера согрешила, вчера и позавчера. Что-то, видимо, снова себя жалко стало на стрессе. Я съела тортик. Сначала была годовщина свадьбы, я подарок принесли этим нашим друзьям. Они нас еще там всякой вкуснятиной, да плюс еще тортик я поела. Думаю, ну, она так печет хорошо. Я же вам говорила, если от магазинов я отказываюсь и могу отказаться, то от тех, кто печет, от тех тортиков, которые испекли сами мои друзья, подружки, то я не отказываюсь. Ну, как бы я не фанатична, я нормально. Слушайте, вот эта маечка подходит к этой кофте, к этой юбке, как вы считаете? Жарко сегодня будет. Видите, она сразу, ой, она сразу идет, но она немножко толстит, поэтому, когда я ее была пополнее, она у меня прям вот так. Вот, сейчас более-менее, но все равно, видите, она и живот прибавляет как-то так. Надо что-то, наверное, покороче какую-то. Вот что с ней носить, или эту, или сейчас еще одну принесу, подождите, не уходите. Или вот эту. Вот эту, наверное, да, лучше. Она все-таки здесь и поясок, и талию делает. Да, вот эту. Ну, та маечка я тоже люблю очень сильно. Здесь может потеть сегодня жарко, но мне еще на голове не пойми, что это я только этот. Там одеяло. Стало жарко, короче. Я взяла это одеяло, выкинула на пол. Надо собрать его, сложить и уже убрать, потому что уже лето началось. Зима суровая закончилась. Так, что мы с вами надели сегодня? Сережечки. Виталечки. Сережечки и Виталечки. Ну, привет. Или все-таки надеть ту майку? Как? Ну-ка скажите, что? Ту майку или вот эту вот кофточку? Я на Витальке на этот, как на праздник, я на свой экзамен так не одевалась. Ну, потому что мне сегодня не нужно будет садиться за этот фуру, ну, за руль фуры, в трака. Вот. Сегодня я одеваюсь, как хочу. Конечно, когда я сажусь за руль, я одеваюсь поудобнее, чтобы мне было все удобно. Нигде ничего не мешало. Надо еще потом будет заказать тоже разных хлопковых. И мне, и Виталику шорт, бермудов, чтобы ездить, если... Ну, я говорю, я же не сразу поеду, поэтому... Сейчас, говорят, все упор на Виталика. Я пока с Евой остаюсь, а там... Потом все узнаете, все расскажем. А, давай вот это вот. Волосы шли слишком чистые. Хотя я их мыла тогда, вчера или позавчера. Такие шампуни классные, этот Atomy. Очень до сих пор свежие. Прям. Голова, легкость. Так. Хотелось вот эту надеть. Но... Ой, я духами не надушилась. Ой. Чуть слюной подавилась. Ладно, сейчас скоро выходить. Так, куда нас поставить-то? Вот эти мне. Эти немножко... Ну, я их очень люблю. Они немножко потяжелее.
Кажется, что вот их зимой было хорошо. А сейчас что-то вот полегче как-то по-это хочется. Но вот эти, мне кажется, дольше держатся. Это Лакост. А эти у нас Версачи. Мне кажется, их вот ненадолго хватает. Не знаю. Я все жду, когда в Атоме появится дезодорант нормальный. Вот. Этот нормальный, но зачем? У меня был вот без запаха бы его. Тот же самый, только без запаха. Зачем перекликаться один запах с другим? Я же уже надушилась. Получается ерунда какая-то, правда? А так он неплохой. Шмидт. Натуральный деодорант, типа натуральный каркал, это как уголь и магнезия. 24 часа протекшн. Он протекшн, да, но был бы без запаха протекшн. Защита, в смысле. Вот, поэтому я жду от Атоми очень сильно, чтобы появился дезодорант. Ковырнула вчера губу. А, Лена в своем репертуаре. Да? Ну, сейчас я намного меньше. Сейчас Виталик смотрит. Говорит, я смотрю. Он меня снимал, когда я ждала экзамен. И он говорит, знаешь, что я заметил? Я говорю, что? Ну, подумай. Я говорю, ну, что? Ты, говорит, сидела, себя нервничала. Я говорю, да, я сидела и нервничала. И что? Он такой, ты не ковыряла губы. Я говорю, да. Ну вот видишь, уже привычка уже потихонечку отходит. А вчера, не знаю, что я нервничала, зла. Нашла что-то и сковырнула. Надо сейчас замазать. Поэтому я всегда губы крашу, всегда. Потому что, когда у меня губы накрашены, ты же не лезешь руками туда, где накрашено. Вот, так себя отучаю. Тазик, мама принесла. Молока принесла. Привет! Готов? Повторяю все. Молодец. Ты готов. Все будет хорошо. Несколько траков сейчас поворачивала. Там вот этот перегородил. Вот это, по-моему, Виталик едет. Плохо видно.